В преддверии Дня знаний урайцы активно участвуют в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Она проводится в муниципалитете уже порядка 2 десятилетий. Ежегодно предприятия и жители помогают нуждающимся семьям. Собирали в этом году канцелярские товары, потому что в связи с коронавирусной инфекцией мы не стали рисковать брать вещи у граждан. И вот установка в этом году была только на канцелярские товары. Тем, кому требовалась помощь в покупке школьной и спортивной форм, а также обуви, помощь была оказана адресно. Не остались в стороне от доброго дела и уральские нефтяники. Молодые специалисты совместно с профсоюзной организацией предприятия закупили школьные принадлежности. Самое ценное – это наши дети. И в преддверии нового учебного года правком «Урайнефтегаз» уже традиционно участвует в благотворительной акции «Собери ребенка в школу», целью которой является оказать помощь детям из малообеспеченных многодетных семей, помочь собраться в школу, ну и с хорошим настроением прийти на первый звонок. Благодаря помощи урайцев подготовить к школе удалось 43 ребенка. Канцелярские принадлежности уже переданы в семьи. Действительно, я сама знаю, как собирать ребенка в школу. Моя дочка в этом году идет во второй класс. И это колоссальные затраты. Это и формы, и канцелярия, и обувь, и спортивная одежда. Просто, ну, огромный список, перечень того, что нужно приобрести к школе. И, конечно же, а если в семье не один ребенок, а несколько, это затраты увеличиваются кратно. И здорово, что есть такая акция, когда мы можем оказать поддержку тем семьям, которые в этом нуждаются. Несмотря на то, что акция официально завершилась, в Уральском комплексном центре социального обслуживания будут рады подобной помощи и в дальнейшем. Школьные принадлежности имеют свойство заканчиваться, а значит, поддержка со стороны будет актуальна в течение всего учебного года. Гузель Иванова, Александр Усков. Телерадиокомпания «Спектр» специально для телеканала «Югра».